Добро пожаловать в город-герой Тулу на красавицу-арену «Арсенал», где совсем скоро стартует, пожалуй, центральная встреча пятого тура МЛБ первой лиги РПЛ, где с недавнего времени начинаются все матчи с обратного отсчета, и эта встреча началась. Здесь еще и Пантелеева мы видим, смотрим, Большаков или Пантелеев. Большаков, удар, и где мяч? Мяч не в воротах, и очень удобный был для Хамхоева этот выстрел. Качев сам в штрафной, еще один навес, удар, и Хамхоев! Но Хамхоев-то надо покричать, потому что Хамхоев поднятого флажка не увидел. Есть удар, и гол! Залимхан Юсупов кладет для Каморы, но там вот как раз Кангва не принимал участие вне заявки оказался. А сейчас дальний удар, штанга! И насколько же далеко находился бьющий Ткачев. Диктор по стадиону, будут ли они объявлять количество зрителей. Они говорят, в первой лиге, могут быть, в первой лиге. Какой рикошет, это гол! Сколько их не объявляем сейчас, очень хорошо слышно. Это сделать, как мы понимаем, не очень сложно. А теперь навес Луценко! И в касании переводил Хамхоев, еще одна штанга! Там уже скоро краска облупится. Второй раз за тайм. Арсенал попадает в каркас ворот. Выход 1-1, и можно завершать этот... Ну, Коченков, конечно, Коченков. Фланга, и так Насыров закручивает мяч. Там падение в штрафной, там удар. Вот и уже и по версии Галимова, арбитра, который дает свисток в таком матче, когда обе команды валятся на поле не только от усталости.